Всем привет, и сегодня я буду играть в Murder Mystery 2 с новым travel сетом. Вроде он так называется. Ну да ладно, просто посмотрите. Я наконец-то его купил. Ну я как бы не горел желанием его покупать, но все-таки я купил. Почему бы и нет? А вы тоже заметили, что цены на робуксы стали очень большими? Но что делать? Конечно же, купить робуксы на сайте GGSell, ведь только здесь вы сможете приобрести по низким ценам. Это не типичный магазин ключей, а настоящий marketplace. Все сделки проходят очень безопасно, что для продавца, что для покупателя. Продавец не получит деньги, пока вы не подтвердите оплату. В случае каких-то сбоев вы сможете обратиться в поддержку, где вам с радостью ответят. Огромный выбор предметов для Roblox и не только. Совершай самые выгодные покупки на GGSell по моей ссылке в закрепленном комментарии. Также, если вам нравится одежда, то переходите в группу и покупайте вещи для своего скина. Там не маленький выбор, поэтому мы уже будем начинать. Лол. Это первый раунд. Опа, я убийца. Ура, просто давайте посмотрим, как сейчас будет смотреться этот новый топор. Вот, потому что мне самому интересно. Ну и первым давайте убьем вот этого вот квадратного чела. Также быстренько ставим эффект вот этот вот хэллоуинский. Ну, извините, нового хэллоуинского у меня нету эффекта, поэтому как бы с этим ходим. Просто это, просто пушка мега бомба. Да, я не знаю, как описать это еще. Ну, прикольно выглядит на самом деле. Но это явно не стоит 30 тысяч конфет. Ну это реально какое-то безобразие. Просто загнули цену, так еще и конфет мало спавнят. Так, можно я хоть кого-нибудь убью? Ой, квадратный чел. Красный. Так, минус. Девочка АФК. В меня уже стреляет кто-то. Ну я не удивлен. Так, быстренько побежали в обход. Ну, чтобы время не терять. Много не тратить на вот это вот недо ПВП. По герл. Сюда. Все. Так, и... Господи, как я глупо сделал. Сейчас я промахнулся. Ну ладно, я все равно ее убил. Где у нас остальные люди? Кто-то монетки собирает, слышите? Я тоже слышу. Так, здесь никого нету. За кроватью тоже никого. Все. Угу. За пистолетом кто-то бежит? Нет. Вообще, а где все бегают? Я не могу понять. Тут вообще никого нету. Удивительно. Это мой нож, господи, я подумал, читак, что ли, там какой-то опять фармящий эти конфеты. Где люди-то, ё-моё? Куда они все делись? Я не знаю, где последний человек, но кто-то собирает конфеты, я это слышу. А, вот девочка, иди сюда. Она, кстати, пистолет подобрала, поэтому наша с вами задача ее, как обычно, убить и выиграть. Надеюсь, она меня не пристрелит. А, она еще и не умирает, я в шоке. Так, давай. Господи. Что ты творишь? Она реально думает, что выиграет. Но это реально смешно. Так. Оп. Ну, что за безобразие? Давай, давай, давай. Ой, зря ты сюда побежала. Все, супер, это победа. Топ и топ. Ну, прикольно, прикольно. Так, это новый раунд. Шериф сразу же после убийцы. Офигеть, вот это мне сегодня везет. Это очень даже хорошо. Сейчас мы посмотрим как раз таки... О! Я просто проверил, можно ли тут забраться. Сейчас посмотрим, как будет выглядеть наш пистолет в руках. О, ну это явно лучше же, чем топор. Просто посмотрите. Он, кстати, по валютам вроде больше. Ну, я не шарю за валюты, но по деньгам он явно больше. Ну, прикольно. Дизайн прикольный, но так. Мне кажется, убийца это читерша. Вот это. Да. Почему ты не выстрелил? О, господи, она полетела, посмотрите. Я в шоке. Еще звук вот этот вот. Плавание. Вряд ли вы его услышите. Это гений ММ2 куда-то бежит. Я в шоке. Она взяла, спряталась за стоги сена. Это просто, ну это мега мозг. Я не успел в нее выстрелить. Так, ладно. Угу, через коробки заберемся. Лежать. Все. Окей, GG, победа. Так. Кто я буду? Шерифом! Вот это да. Окей, мне сегодня реально везет, но это очень-очень круто. Так, кто у нас убийца? Может покажется, нет? Опа, я вижу девочку. Все, супер. Это очередная победа. Она еще думала выиграет. Так, я невинный. Вон там убийца бежит. И шерифа сейчас убьет, да? О, шерифа грохнули. Как забрать пистолет? Банан был шерифом! Ну ладно, фига мне повезло. Сейчас... Ой, хорошо, что я не спрыгнул. На самом деле. Так, как мне в тебя попасть? А, девочка Мардер. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Так, наша спид-гличерша выбегает из этого прохода дверного. Да, вот он стоит. Бам, все.
Это было легчайше. Ну окей, GG. Раунд. Угу. Ассасину. Убийца. Мардер. Мне повезло на самом деле. Так, ставим двойное оружие и потом поставим эффект какой-нибудь интересненький. Я предлагаю вот этот вот голубой поставить. Вот из-за летнего обновления. Так, пацан, ты первый. Все, минус. Где у нас остальные? Ага, вот у нас спидгличерша бежит. Тебе не поможет спидглич, господи. Если я убийца, тебе спидглич не поможет. Ой, я случайно убил этого чала, ну ладно. Это даже к лучшему, потому что, ну, два спидгличера, это как-то, ну, переборчик. Оп, все, допрыгалась. Какая жалость. Ну ладно, ищем остальных у нас людей. Они по-любому все у нас на улице бегают. Да, вон я вижу чела. Что? Что происходит? Почему я убиваю тех, кого не хочу? Кто у меня не по плану идет? Так. Что? Просто что происходит? Почему я убиваю людей, когда я просто кинул нож? Ладно, мне можно. Так, пацан у нас шериф. Я так и знал. Еще он джамперит. Кошмар какой. Девочка убежала. Ну ё-моё, я застрял. Просто